Здравствуйте, с вами магазин Автозвук UA. Сегодня мы рассмотрим комплект светодиодных ламп от компании Ideal, серия Z4 на цоколь HB4 мощностью 50 Вт. Поставляется в фирменной упаковке комплект. Внутри у нас находится инструкция по установке ламп и две светодиодные лампы. Лампы по форм-фактору практически идентичны галогеновым лампам, что является большим плюсом. При замене не возникнет никаких сложностей. Данные лампы мощностью, как я уже сказал, 50 Вт. Имеется две системы охлаждения, активная в виде кулера и пассивная в виде радиатора. На каждой лампе используется по 12 светодиодов, подключается с помощью стандартного разъема на 12 Вольт. Вторая лампа абсолютно идентичная. Одну из ламп мы сейчас подключим на 12 Вольт и визуально посмотрим, как она будет отсвечивать. Подключаем 12 Вольт, лампа загорается, отсвечивает очень-очень ярко. Заявленная мощность этого потока около 4000 люмен. Цветовая температура, напомню, 6000 Кельвин. После установки таких ламп в автомобиль нужно обязательно выставлять правильно светотеневую границу, дабы не слепить других участников дорожного движения. При покупке на комплект ламп обязательно распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.